Ньюс. В гольф приходит по разным причинам. 5 часов на свежем воздухе, в приятной компании. В том числе прагматическим. Кто-то приходит в гольф за мужем, кто-то за бизнесом, да? Но одного не отнять. Такой пул знакомых в гольфе, да, что в принципе они уже точно не пропадут в жизни. А все потому, что... В гольфе человек открывается. И уж точно можно сказать... Попробовал один раз и в принципе, зацепило так, что... Каждый вторник слушайте программу АП-Гольф. Ответим на все вопросы о гольфе. Можете пояснить поподробнее, кто такой кэдди? В 15:30 на Радио Болтком. Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели. Радио Болтком, 15:30, вторник, конечно же, время гольфа, АП-Гольф. Наша программа, можно сказать, таким модератором встречи буду я, Олег Пека. И сегодня в нашей студии гольфист, владелец издательской группы АП Гольф, председатель правления АП Холдинг Александр Петров. Добрый день. Доброе. И Виктор Авкштоль, гольфист, общественный деятель, владелец группы Адента. Здравствуйте. Добрый день. Наш такой график, как всегда, мы одну встречу такую делаем тематическую, рассказываем секреты, какие-то интересные вещи, связанные с гольфом, и одна программа обязательно по очередности связана с людьми, увлеченными гольфом, которые не мыслят себя без этого занятия, и почему, что и как, вот каким образом человек приходит к гольфу. Об этом сегодня мы будем говорить с Андреем Сильченко, основателем сети салонов «Майя», и Андрей Сильченко, хэр салон. Здравствуйте, известный парикмахер, добрый день. Добрый день. Так что, наверное, да, каким... Я помню, что в одном из интервью вы прямо говорили, что идеальная жизнь для вас – это когда днем можно поиграть в гольф, а вечер провести с семьей. Ну, конечно, я думаю, что любой человек счастлив, когда у него и хобби, и работа, и семья, все складывается гармонично. Да. Еще если семья играет в гольф. Да, это такой вид спорта, который объединяет не только друзей. Андрей, вот... Да, сегодня передача будет про вас, про вашу дочь. Но я хотел бы начать передачу с благодарности, потому что закончился на прошлой неделе зимний чемпионат Латвии любительский, и у меня есть диплом Александру. Спасибо тебе, Александре, АП Холдингу. Благодарность у нас идет от ассоциации гольфа, от президента. Арман Пучу. Да, Арман Пучу подписал, и Айнар Пучу, так что все. Айнар не видно. Все у нас официально. Еще раз спасибо. Сыграли хорошо. Я даже знаю, кто выиграл в женской лиге. Может, пару слов потом скажем. Ну и начнем тогда с классики. Почему гольф? Когда начали? Кто затянул? Потому что, мне кажется, сам так редко, когда приходишь один в гольф. Ну, я думаю, вообще в жизни у любого человека какие-то его... достижения связаны с проводниками, с теми людьми, которые оказались рядом, показали дорогу. Сам в жизни был для многих проводником, ну и для меня тоже было очень важно, чтобы были проводники. В двух словах, это круг друзей, который играл все 80-е годы в теннис, плавненько, когда открылись первые гольф-поля, начали постепенно переходить в гольф. И так как я в свое время находился в России, я работал 10 лет, там открывал сеть салонов, то, вернувшись, я узнал, что все мои друзья начали играть в гольф, и я вынужден был тоже прийти и попробовать. И какое поле, которое было? С чего начали? Первое поле, это был бывший юрмальский клуб, он раньше назывался «Салине». Это потрясающие просторы, горизонты свежего воздуха, зеленой травы. И для меня это было какое-то невероятное открытие. Когда я встретил своего друга Андрея Боброва, который был одним из первейших вообще гольфистов в Риге, он мне сказал: «Так пойди и попробуй». Все. Ну и, в общем-то, приехав на гольф-поле, увидев ландшафт, увидев деревья, почувствовав, как меняется погода, ветер, солнце, это ощущение
того, что ты сосредоточен на творческом процессе, а так как я 16 лет работал парикмахером, для меня творческий процесс это был вообще важнейшей как бы составляющей частью моей жизни, потому что все время хотелось что-то сделать лучше. Когда я взял клюшку в руки и пытался совершить удар, попасть по мячику, и чтобы он полетел в нужном направлении, нужной высотой, я понял, что у меня появилось в жизни второе творчество. Отключает от работы. Ну, чем старше становишься, тем больше можешь. Ты учишься... Нет, во время игры, я думаю, просто. Во время игры. Ну, вообще, гольф очень сложная игра. Например, когда вот мы играем с женой, я... Ну, сейчас уже она, конечно, стала большим профессионалом, но раньше, когда начинала играть... В момент удара я боялся смотреть на нее и боялся не смотреть на нее, потому что после каждого удара она говорит: «Ты куда смотрел?» И если удар не получался, непонятно, был виноват, потому что смотришь, или виноват, потому что не посмотрел, куда полетел мячик. Да, вот как раз хорошо упомянул ты Елену, и насколько я знаю, она в этом году победила на зимнем чемпионате, это правда? Да, она тоже очень одержимая, и она, как и вся наша семья, мы находимся в постоянной борьбе и желании быть лучшими, и она очень много времени уделяла и тренировкам, и играм, и это не первая ее победа, у нее очень много побед, и вообще, в принципе, где-то 30% вещей в нашем доме занимают кубки. У меня все на работе. Ну вот я сейчас тоже на работу перевезу. Ты просто перенес работу на поле. Вот, да, это еще один вопрос, который тоже касается семьи. То, что Лена играет очень хорошо, это как бы известно, но, насколько я знаю, у тебя дочка играет очень хорошо. Очень-очень хорошо. Ну, дочка не играет в гольф. Дочка профессионально занимается этим спортом. И когда ей было 4 года, мы решили, что ну, она девочка спортивная. У нее там, с 2 лет была гимнастика. Она проявляла такую одержимость. И спортивный характер в ней как-то вот он сформирован был от рождения. И когда мы приехали в Ригу, мы ее отвели на тренировки по теннису. Она очень увлеченно начала играть, и до 8 лет она занималась теннисом. А в это время мы уже, так сказать, зашли по самое горло в гольф. Ну и, естественно, Марта наблюдала за нашей жизнью, за нашей увлеченностью. И естественным путем как-то она... начала проявлять интерес, мы ее брали с собой на поле, давали немножко порулить на машинке, чуть-чуть побаловаться на поле, покидать мячики. Сначала для нее это было просто развлечение, игра на свежем воздухе вместе с родителями. И постепенно, постепенно она начала осваивать какие-то маленькие навыки. Ну и, конечно же, мы сразу же ее отдали в гольфовую школу. Ну, такая вот. И начали играть вы, она начала в каком году? Ей было тогда 8 лет, сейчас Марте 15 лет. Больше, половину жизни играет. Половину жизни она уже играет в гольф, да, и эта пропорция все время нарушается. Вот. И когда Марта начала тренироваться, то у нее были такие очень... тонкие психологические моменты, потому что гольф – это такая игра индивидуальная. Ты в ней сконцентрирован на очень сложных элементах техники, и не каждая психика может с улыбкой посмотреть на неудачи. Но Марте с ее характером все время удавалось бороться и достигать результата. На сегодняшний день она уже не любитель, она профессиональный игрок, и... Она ведет интенсивные тренировки, она ездит на сборы, она имеет свой личный план. Тут и диета, и физическая подготовка, и личное расписание. Достаточно серьезный и ответственный подход к будущему. Она выбрала это как профессию. Где начали, кто помогал, кто был первый, кто показал правильный свинг?
Ну, у нас гольф-то в Латвии еще, хоть уже и 20 лет ему почти, но он все равно в зачатке, потому что этому спорту сотни лет. Ну, и у нас при каждом клубе есть академии, при каждом клубе есть тренеры. Мы выбрали Дависа Пукса, он взял Марту под свою опеку и, по сути дела, в общем-то, по сегодняшний день он продолжает контролировать ее технику, контролировать ее развитие, он ставит ей задачи очень грамотно и качественно. Это мы видим по результату, который она достигает. И в мире я смотрел статистику, какая она сейчас в рейтинге? 400... какая-то. Нам все время это меняется. Нам еще... Да-да-да, нам уже нет. Нам уже нет. И нам еще, нам уже нет. Да. Но есть разница между хобби, образом жизни и работой. Ну, это вот вопрос такой. Вы с семьей часто выходите на поле? Вот мы позавчера вышли на поле вместе с семьей, но Марта очень мило с нами гуляла за компанию, улыбалась и смотрела, как мы с женой и с нашим младшим сыном Макаром пытались сыграть хорошо. А сколько требует вот занятия, профессиональные занятия гольфом? Какую часть жизни это занимает? 100%. Ну, если, конечно, мы говорим о том, что происходит в голове у гольфиста. А так, конечно, интенсивность должна быть как рабочий день, потому что гольф – это очень сложный, комплексный вид физических навыков, которые должен развивать в себе спортсмен. Это и умение катать мячик по земле, что называется, патовать, умение делать короткие удары и контролировать дистанцию каждый метр, учиться мяч останавливать на одном месте или прокатывать его, также делать и дальние удары. И поэтому, ну, программа складывается из интенсивных сборов, когда она ездит на тренировочные сборы. Там 8-часовой идет режим тренировки, он включает в себя полный комплекс всех занятий. Обязательно должны быть постоянно турниры, потому что именно турнир формирует психику, умение сконцентрироваться, умение не слышать и не видеть ничего, что тебя отвлекает, умение именно балансировать между своими эмоциями и теми обстоятельствами, в которых находится игрок. А гольф – это такая игра, в которой, ну, ничего никогда не повторяется. Каждый удар – это новый удар. Это новая ситуация, новое положение мячика в траве, новое положение относительно, даже если ты играешь на поле всю жизнь на одном и том же. Ну, а в режиме, конечно, Марта учится в школе, она учится во французской школе Жюль Верна, она получает образование по французской системе образования, и, конечно же, ей нужно и общеобразовательные предметы держать, но каждое свободное время она едет на тренировку, так как у нас сезон не такой, как... Кроме этого. Этот нас порадовал. Да, но нас, но кроме этого сезона, и надеюсь, что да, может быть, у нас и пальмы начнут расти, и сюда переместится мега-гольфы, но не будем строить новые высяки, а будем наслаждаться реальностью. Вот, и, конечно, 2-3 часа в день обязательно нужно каких-то посвящать тренировке. Таких ситуаций. Это каждый день? Каждый день, да. Но у нас есть еще залы спортивные, в которых академия оборудована, есть гольфовые симуляторы. И вообще для начинающих игроков, для тех людей, которые хотят вовлекаться в гольф, сегодня очень много возможностей для того, чтобы не просто тренироваться, а вообще весело, интересно проводить время. Вот вопрос такой. Сколько времени у родителей уходит вот на это, чтобы подготовить такого спортсмена, такого уровня спортсмена, сколько времени родительского уходит на это? Ну, мы активной жизнью живем, и есть и коммерческая деятельность, и семейные вопросы, и школа, а
По большому счету, конечно, у нас есть телеканал «Гольф», у нас есть инвентарь. Можно в Ютьюбе смотреть. Да, не Ютьюб, да, но канал отключили. Там все упражнения, тренировки, все можно получить информацию. И, конечно, мы каждую свободную минуту или вечером, или если свободный день получается, стараемся проводить на поле. И ну, что касается детей, то сегодня, конечно, марта уже немножко в другом статусе, но мы хотим и стараемся посвятить максимальное время этому увлечению, потому что... Ну, когда Марта была маленькой, мы возили ее на турниры по теннису, это было самое тяжелое, самое неприятное время в жизни, когда она тренируется или играет, а мы должны сидеть, ходить, пить кофе, там, пытаться как-то себя заполнить в телефоны. А гольф – это тот вид спорта, в котором можно с бабушкой, с дедушкой, с папой, с мамой, с внучками, всей семьей играть. Неважно, какого уровня игрок, уникальные правила дают возможность, ну, всем быть вместе. И, конечно, гольф-поле – это такое пространство, когда ты приезжаешь в клуб, ребенка отпускаешь в детскую группу или отпускаешь его на тренировку, и у тебя у самого есть время играть. Это пространство защищенное, оно очень комфортное и полезное для здоровья. А есть какая-то победа дочки, которую ты запомнил? Я все ее победы помню пока еще. Ну, есть какая-то победа, которая для тебя являлась знаковой? Наверное, мне больше всего запомнилась ее не победа, а второе место в турнире в Польше. Это был чемпионат Польши юниорский. Юниоры – это до 21 года игроки. И Марта играла на очень сложном поле и в невероятно сильной конкуренции. И я сопровождал ее как кэдди, как помощник игрока, который там вытирал клюшки, подавал мячики. Это тоже очень интересное занятие, наблюдать, как игрок борется. И я увидел, что психологически, эмоционально это была самая сложная борьба, потому что ну, там пятерка лидеров, с которыми она боролась, они были ее на 5, на 6 лет старше, но она... буквально только в самом последнем раунде на финале упустила первое место, потому что ну, соперницей была невероятно сильная спортсменка, которая и победила этот турнир. Но для Марты это было колоссальное испытание, потрясающая школа, и я вот этим турниром восхищен. А так были, конечно, очень приятно вспомнить чемпионат Латвии, чемпионат России, который она выиграла. Она выиграла в Финляндии чемпионат. Ну, были и проигрыши, невозможно все время выигрывать. Например, в Чехии Марте не удалось занять лидирующую позицию. Там оказался очень сложный турнир. Перепады в лунках в 100 метров, нижняя лунка, 100 метров верхняя, а мы приехали с ней на турнир без электронной баги. И там... Что, извините, вот я сразу просто, что такое электронная бага, что значит эти перепады? Гольфистам, профессиональным гольфистам нельзя использовать никакие средства, они могут использовать только кэдди, который таскает тяжелую сумку вместе с клюшками и со всем остальным необходимым инвентарем для игры. А на детских соревнованиях часто кэдди запрещены, потому что в юниорских соревнованиях родители вмешиваются в игру и нарушают ее разумный ход игры. Они не знают правил, не знают часто этикета, а психологические переживания и амбиции за своего ребенка ну, подрывают турнирный процесс и часто на турнирах запрещают родителям вообще подходить к игрокам. И в данной ситуации Марта тоже должна была в этом турнире, должна была играть самостоятельно, а вот разрешено детям, юниорам использовать тележки, на которые кладется сумка, а сумка весит там порядка 14 килограммов. И вот Марта на этом турнире в Чехословакии вынуждена была эту сумку тащить в гору, из горы, и она просто физически, просто, ну,
не смогла остаться в том состоянии, чтобы качественно и хорошо сыграть. Ну, вот такая была трудность. Да. А часто вот действительно происходит вот это, эти перепады создают проблему для гольфистов, и вот насколько с этим можно справиться? Перепады именно физических переходов или вот этих, в точности ударов? Нет, я имею в виду физических переходов, да. Ну, во-первых, гольф физически кажется, когда смотришь по телевизору, каким-то спортом для пенсионеров. Да, конечно, пенсионеры больше играют, потому что у них больше свободного времени. Но если брать спортивный режим, то гольф достаточно энергозатратный вид спорта, так как один раунд это практически 14 километров полноценного маршрута. Кроме того, это пересеченная местность, кроме того, это концентрация, кроме того, это психологическая борьба. И, конечно же, это требует выносливости, настоящей выносливости, и к этому надо приспосабливаться игроку. Поэтому это непростая история. А разные бывают поля. Бывают поля гладкие, по которым легче гулять, а бывают поля с очень сложным ландшафтом. Вот прошлый зимний чемпионат был нелегким, да. Да, бывают, бывают даже такие поля, я извиняюсь, что перебью, бывают такие поля, на которых даже запрещено выходить пешком, потому что его физически машине, невозможно преодолеть. Переход от лунки на лунку был у нас километр. Да. Да, это от одной лунки, чтобы прийти к другой. Это вы про Афродиту. Это в прошлом году и позапрошлом было, да. Я в этом году нагулял на зимнем чемпионате, не нагулял, наиграл 204 тысячи шагов, 178 километров за 9 дней. Да. Ну, вот можно сделать вывод. Так что в среднем это, со всей подготовкой, это 20 с чем-то километров в день. Но когда ты играешь в гольф, ты не замечаешь никакой усталости. Единственное, что можно, наверное, наблюдать, это как часто приходится менять ботинки. Потому что их надо менять не из-за того, что они не модные, а из-за того, что стираются они. Да, это есть. Где самому нравится? Любимое поле, скажем так. И сколько было полей? У нас рекорд пока Виталий Гаврилов, у него 57 стран, но он полей не назвал сколько, но 57 стран. Ну, я человек очень скромный, я не люблю ордена вешать на грудь и демонстрировать их. Я тоже очень много побывал на разных полях, я и в Америке играл, много где в Европе, и в Азии играл. Я не играл в Австралии, не играл в Африке. В Южной Африке, и со счета сбился. Но самое любимое поле мне, наверное, можно перечислить несколько. Ну, мне очень нравится болгарское поле Trash and Cliffs, оно идет вдоль Черного моря. Мне нравятся поля, которые в Испании есть, очень красивые, и во Франции тоже. Сейчас даже просто начинаю теряться в названиях. Ну, одно есть? Есть одно. Ну, одно самое любимое – это мое Оза Гольф. Оно любимое, потому что, когда ты приезжаешь на новое поле, ты понимаешь, что это новый ландшафт, ты не совсем понимаешь дистанции, ты с перелета, с дороги, усталости, может быть, немножко вина, чуть-чуть компании. И всегда на новом поле, когда ты приезжаешь, у тебя результаты не такие хорошие, какие есть у тебя игровые, средние. Но вот твое родное поле, на котором ты играешь постоянно, оно тебе все время делает вызов. И ты каждый раз хочешь его сыграть лучше, лучше и лучше. Ну, и поэтому, конечно же, для меня Оза – это мой дом родной, это мой клуб. Обожаю ресторан, обожаю ландшафт, вид на Кишозеро, обожаю компанию. И надеюсь, что эти чувства мои уже закрепились основательно. Не скучно ли играть на одном и том же поле сразу? Вот тоже такой, может быть, дилетантский вопрос, когда его уже игрок знает досконально. О, вы знаете, это как в том фильме «Летучая мышь» про непрочитанную книгу. Оказывается. Нет. Творчество игрока и его процесс, он не к ландшафту привязан, а это его техника, мастерство и знакомая мишень, она как бы тебе дает больше вызова.
Конечно, гольф – это, конечно, и путешествие, и как новую вершину альпинисту покорить, так же и гольфисту интересно. Ну, просто есть разумный предел возможностей свободного времени. Андрей, а вот что бы ты посоветовал, вот у нас идут цикл передач, вот у нас есть вопросы от родителей, которые сейчас отдавать, не отдавать, сомневаются. Что бы ты сейчас посоветовал родителям, которые вот на данный момент по каким-то причинам хочет отдать, но где-то у него какие-то есть сомнения в чем-то? Вот какие вот ты дал напутствия? Вот я скажу точно, что гольф – это вид спорта северной части Европы, Скандинавия, Англия, потому что у нас очень комфортное лето, и ну, невозможно провести лучшее время, кроме как на природе и просто наполнить себя здоровьем. И очень важный момент – это то, что это семейный вид спорта. Это спорт, в котором объединяется, ну, все самое тонкое. Это и эмоции, и переживания. И я рекомендую детям обязательно дать шанс это попробовать, потому что это и интересные занятия, и увлекательное времяпровождение в группе детей, с тренером вместе, на поле. И это мячик, как ни крути, футбольный, баскетбольный, теннисный, это мячик. Его нужно катить, его нужно попасть, его нужно... И родителям самим тоже пробовать взять клюшки и понять, что... Именно с детьми вместе, играя во что-то, не в танчики в компьютере или еще в какие-то, а именно на свежем воздухе, там, где можно действительно дышать полной грудью и получить максимум удовольствия и переживания от того, что получается, не получается. Но самое главное – проводить время вместе и видеть, как дети стараются и самим стараться. И вот это вот то, что в нашей семье как бы и создало Марту. Ну что же, у нас на самом деле и время пробежало незаметно совершенно. Сегодня в нашей студии был Андрей Сильченко, который рассказывал о семейном увлечении гольфом. Александр Петров и Виктор Авкштоль. Спасибо большое и до новых встреч. До свидания. До свидания.